Вы чё? Вы репортаж сняли, нет? Нет. 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 Вы чё, недоумки, обкурились, что ли? Нет. 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 Так. Да. Ну, наконец-то мы добрались до места. Все, полдела сделано. Пацаны, один репортаж. Все, быстро снимаем, и все, мы в шоколаде. Договорились? Да эти, конечно, они первый день работаем, дело свое знаем. Это-то меня и пугает. Ярик, стой. О, пожалуйста, с пола ни хера не поднимай. Не жри ничего, не пей, не нюхайте тем более. Хорошо? Просто стой. Да, дядя Витя, все сделаем. Как скажешь. Ярик, смотри мне. Жора, гляди. Гляди, что я нашел. Не буду я есть. Сказал же. А вы знаете, что в 1963 году в Иркутске была построена первая дискотека под открытым небом? Юность. Это пионер современных опен-эйр, вот. А, помню. Первый танец, первый поцелуй, первые кусты. По первое, гонорея. А что ты знаешь-то о гонорее, а? Все, слава богу, не ничего, не болел, как некоторые. Все, хватит. Дискотеку сносят. Я хочу, чтобы вы сняли о ней последний ролик. Он должен быть подробный, с хорошими ракурсами, с панорамным видом. Ясно? Да. Все, короче, давайте. Работаем. Есть же жвачка? Не, нету. А, есть, Эдик, есть, сейчас. Тут хороший будет ракурс. Вот держи. Хороший ракурс здесь возьмем. Держи, Эдик. Что-то она какая-то сатурная. А это новинка, Эдя, новинка. Так это конфета. Да? Да. Ну, я не знаю, я не пробовал, мне галка положила. Все, хрен себе. Так, все, готовы? Да, давай. Так, Жора, вставай. Так, приготовились. Жора, ты что отходишь-то? Жора, стой! Подожди. Все, приготовились. Вообще здорово, пацаны, апельсиновый дождь, мандарина и яйца. Сколько музыки, сколько фанатов, дорогие мои, я не знаю. Жора, мы все равно ничего не снимем сегодня. Ну что, одыбали? Да. Воды больше пейте. Ну, где вы? Да в офисе все, мы все помним. Отлично. Вот вам бумага. Вот ручки. Пишите по собственному желанию. Нет. Это что я? Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и смотрите видео субботник. Ленка еще на YouTube выложила. Человек-тряпка. Ну что, обиделся, что ли?